В нашем городе работает удивительное лечебное учреждение – клиника суджок-терапии и центр спиральных движений, в котором используются самые современные передовые медицинские технологии. Сегодня клиника суджок-терапии и центр спиральных движений – это уникальная диагностика по выявлению заболеваний на ранних стадиях. Это лечение без лекарств и побочных действий. В клинике суджок-терапии и центре спиральных движений внедрены программы для будущих мам. Беременность с улыбкой, роды без боли, улыбающийся малыш. Для детей и взрослых, имеющих сколиоз позвоночника, работает программа по спиральной гимнастике «Здоровый позвоночник». Для пожилых лиц есть программа по основам твист-терапии «Здоровые суставы». При клинике работает школа здоровья для населения «Суджок для всех». Вечер с улыбкой, уважаемые телезрители. В нашей клинике работает программа «Беременность с улыбкой, роды без боли, улыбающийся малыш». Поговорим о ней. В гинекологических консультациях, там, в лечебных учреждениях и так далее. Всех интересует такая формулировка, как «роды без боли». Это же интересно, это действительно интересно. Когда ребенок рождается без боли, без веществ боли, без кровотечения, без гипоксии, как легко. И как некоторые женщины говорят, прям, ну как покакать сходило. Удивительно происходят эффекты. И с улыбкой. Но есть еще очень такой момент, что беременность должна быть с улыбкой. То есть что такое улыбающаяся беременная? Это значит, у нее ничего не болит. У беременной не должна болеть поясница, не должно быть токсикозов, не должно мучить желудок, не должно быть головных болей. Не должно быть отеков. И мы на занятия по программе для беременных, такая у нас такой план, мы обучаем этих пациентов, беременных, трудно назвать их пациентов, пациентами, но в целом это так, обучаем их убирать боль в пояснице, боль в голове, токсикозы, отеки и так далее, и так далее. То есть очень простые методики, более того, учим беременных правильно сидеть, правильно принимать положение во время сна. Всегда так, чтобы живот улыбался. Но если беременный улыбается, у него будет рождаться замечательный малыш. Поэтому очень важно, чтобы эта программа получила широкое распространение, и мы прилагаем к этому усилию. Я уверен, что в ближайшее время эта программа будет в каждой гинекологической консультации. Если дети будут рождаться без боли, это будет удивительное поколение. Это интересно, но почему роды без боли стали возможными? Потому что шейка матки легко и свободно, естественно, раскрывается при спиральных движениях, потому что волокна матки имеют спиральное направление. Мы, как врачи, используем улыбку в лечебных целях. Но давайте посмотрим, когда мы улыбаемся. Первое, как мы можем заметить, мы улыбаемся, когда видим что-то красивое. Красивый цветок увидели, всегда инстинктивно улыбнемся. Плохое настроение человека, там, депрессия, ворчун, все равно улыбнется. Это инстинкт. Кто-то говорит, я не могу сегодня улыбаться, у меня настроение плохое, там какие-то неприятности. Он не понимает одну важную вещь. Ситуация, он тут же улыбнется. Улыбка нам не принадлежит. И когда люди это понимают, понимают, откуда источник улыбки, это сильно расширяет их сознание. И мы беременных учим именно этим методикам. Но если посмотрим, когда еще мы улыбаемся? Когда что-то получилось. Картошку крошили, салат крошили, помешали. Получилось. Получилось. Сразу улыбнулись. Что-то получилось, улыбнулись. Что-то, понял, улыбнулся. Почему? Потому что понял. И вот когда человек замечает, что что-то у него получилось, одевал ботинок, одевал ворчун какой-нибудь дедушка, одевает, одел, получил, и опять будю, опять ворчит. Он улыбнулся, почему? Была трудность, он ее преодолел и улыбнулся. И это говорит о том, что инстинкт, когда что-то получается, у нас такой есть инстинкт, появляется улыбка. Видим красивое, улыбка, удивляемся, улыбка. Опять представьте беременность с улыбкой. Это значит беременная, которая всю беременность удивляется, видит все только красивое, и у нее все получается. Потому что это такой инстинкт. Какое будет удивительное развитие ребенка? Никакие факторы не могут повлиять на него. Дело потому что это очень важно, что улыбающаяся беременная рожает здорового, улыбающегося ребенка. И это будет совсем другое поколение. Результаты. Но все беременные, когда начинают улыбаться, первое, что они замечают, какая сильная улыбка у них в животе. И это очень сильно меняет их сознание, и с ними никогда ничего не бывает плохого. Вот настолько важно понять значение улыбки. Вот такая у нас интересная программа для беременных. Приглашаем всех беременных в городе на наши занятия. Уважаемые телезрители, в следующий раз мы поговорим о такой сложной медицинской проблеме, как хроническая боль, и расскажем о новых достижениях в современной медицине, которые позволяют успешно справляться с ним. До встречи с улыбкой!